Ну что мы сейчас делать будем? Сейчас лекция Да, уже там еще прошла. детектив сейчас придет, типа Угу. прочитаем А что тут вкратце. пишут о хэштег Уолтони плюс новый лидер киноши? Что это сейчас было? Ну, так там пишет челик Я Кулибракс. понял. Ух ты, 20 тысяч платят, круто. 28 сосать. Блин, мне надо за машину заплатить, Что я вам... заберу Подожди, скоро. стоп. Что вам рассказать вкратце? Лидера нашего похитили, шеф. Ну, Нам надо... ВРПЧ, ВРПЧ, типа, это все говорит. Сука, заебал. Давай, ПРП. А, давай, типа, это, Лекс, я тебя спрошу. Давай. Да встрой, стань, Сим. Можно выйти со строя, типа? Да, Так, конечно. я брал все, типа, полный. Давай я, короче, тут подожду. А дайте Угу. кто-то поесть сейчас там, где будет оружие брать. Скиньте мне немного поесть, Хорошо. чтоб я не сдох во время. Хорошо. Кеншиониши, дай, пожалуйста, это походить, если есть. Сейчас. Да, сейчас дам. О, такие руаниши. Да. Придется вот так писать. Чушь так здесь. Дать. А это скинь плюс А, еду ну да. немного. Давай я тоже, если что, буду на переговор. Ну, 2 на 2 у нас будет. Прием, блядь, Стиви Кортес в строю стоит. Да. Немножко Где конч. это животное, блядь? Подожди, а правильно похитители? Можно пройти? Так стали же, хрен просунешься. Похитители через И пишется. Да похуй мне! Правильно, правильно. Откат мат. Ты... Типа, а ты откати. Типа, напиши в РБ откат всех приемов. Секунду.
Блядь. Там кто не спит, что я сейчас походу на собирателя пойду, потому что мне это даст. Я тоже связываюсь, пока я машину выстрою. Раз, два, пять, шесть, семь, восемь, восемь. На. Окей, я буду пока связываться. А что? ЦБ, Центральный банк? ЦБ, да. Нет, ЦБ это центр бюро. Какой ЦБ это центр банка? Да я специально, что ты ровно не понимаешь? Блин, Центральное бюро это как тогда? Типа я есть Федеральное бюро? Что такое? А, знаешь, это и теперь написать СФПД всем, похитители не про это не вышли на связь, типа 0 из 5. А как, а чё он мне отвечает? Всё, перейди к нему в Дискорд пока. А я не могу, у меня фрапс идёт. Он попросил фрапс. Я фрапс. Надо типа... Может камеры отыграть, что у нас? Позвони им по телефону. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 4 сюда, 4 сюда, отлично. Подожди, стой, а иди, какую у этого? У Тони. Он не... Абонент вне зоны доступа сети. Вы чё, реально, блядь, похитили, не? Нихера тренировочка. Ща. Да. То он тупит, он должен отвечать. Ой, тупой, господи, сука, той. Если ты будешь этот фрап смотреть, ты тупой. Ты должен отвечать, не они. А, не РП там отыгрывают, типа. Все. Я только машины, сука, выстроил. Где они, блин? Муравьи утащили. Чисто пришли, забрали и ушли. Сорок минут стоим. Да, правильно сказал. Это Такеру тут? Тут, по-моему. Тарас Шевченко. Тарас Шевченко, я не помню, тут ли тут, не тут. Такеру, да, я там. О, кстати, Тони на втором месте. Ну не зря я Якудзе за него проголосовал. Роман. Роман сейчас зашел. Карл Брукс, Стив Кортез тут? Роман. А, я тоже. Богдан. Да, я тут. Все. Где наши детективы? Я не знаю, где наши аутисты. Трое. Сейчас дает мне надо позвонить. Это, можешь позвонить, зайти в ниже, наорать на них и зайти выше. Вот так вот. Чтобы они не зашли как-нибудь. А, кстати, слышишь, Хитоши, что забыл сказать? Короче, помнишь, я тебе про отчет говорил на восьмерку? Что я не могу там набрать балл?
Я все баллы набрал. Тебя ждал, пока ты залил. Когда ты идешь. Я уже сегодня залил. Ну, я вот просто с обеску. Сегодня сделали все. Завтра, надеюсь, восьмерка будет уже у нас обоих. Я все. Там, но я вас не слышу. Все, я, короче, пока что им скажу. Кули Брукс. Нету с нами Кули Брукса, что он рассказывает? Куля нету? Кули Брукса нету. Он говорит, я там, но я вас не слышу. Где Тони? Я его не могу найти, его тут вообще нету. И в патруле РП нету? Что? Все, не надо уже. Ушел, походу, искать. Лос-Сантоса. Стоп, а второй ранг это какой? Типа это офицер? Да. Ага. То есть на вызовы он ездить может. Ну, типа, кто, сейчас. Кто из этого офнуса? Из строя? По-моему, Куля. Он сказал, нет, то, что он релок. А, да-да-да. А кто написал, что я релок? А, Роман. Я Windows нажал. Такеру, у нас вон еще там сидят. Там где-то сидят такие же. Короче, объясняй им заново все, пока они там РПшат. Они типа не могут рацию отобрать. Короче, бля, расскажи заново пока что. Может, хочешь, я тебе честно скажу? Я заебался писать, рассказывай ты. Да просто вот вкратце напиши там, типа, собираемся вот, типа, вот. Так они это все знают. Ну еще раз расскажи, типа... Заново все. Иногда думаю, то, что мне надо пропадать, а вы так резко замыкаете. Типа скажи, ты забыл сказать лекция, ну ладно. Типа лекция по действию при похищении, типа вот уже начинаешь. Специально для тебя Хитоши написал. О, спасибо. Не, ну мы реально тут уже час стоим. Я пока что напишу. Хай-хай, с вами не Ивангай. Ник. Чё? Чей, кто это говорил? Всё, короче, ребят, когда происходит тренировка, все молчим, говорим. А можно спросить, вот это существо справа в маске, так и должно тут стоять? Или... Чё, у вас трое, что ли? А кто в маске?
Нахер, все, его можешь арестовывать. Арестовывай, быстрее, у него 6 звезд. Да нет. Быстрее. Пусть он уходит. Алло, у вас что, строишь, что ли? Да, быстрее. Ай, я захожу. Можно мне пособирать его, серьезно? Эри Мартинес. А я... Захожу на сервер. Успокойся. О, кстати, Зорова Кадзаки объявили в рот. Да. Кто такой Зорова Кадзаки? Да наш челик. Все, я зашел. Куда бежать, пацаны? В гараж бежать. Бля, пароль не пишется. Нажми мышкой на строку пароля. Да я нажимаю. Ну, не пошло тогда. Ctrl-C. Бля, я все равно. Что за фигня? Блин, длинная, я не смогу. А тут велосипеды такие дорогие. Да. Потому что они прыгают очень высоко, и это имба. Еще ездят, могут ездить 180 км в час нормально, да? У меня машина затюненная на 700 кусков, ездит столько. Вот видишь, это даже велосипед, если там типа прокачаться, если вообще нормально, то все. Ты... Понял. Я думал, не знаю, донатить, не донатить на 5 лямов и так накопить. Сейчас, секунду, я похаваю, потому что уже час стоим в строю. Уже... Чё, час уже стоите, что ли? Да. Почти. Да я не приду. Да, сука, в строй. Выговор. Смешно. Да. Пока выговора нет. Ты дурак? Нет. Вот иду. Кражу захожу. О, начинается, походу. Что начинается? Я говорю, это второй раз уже строите машину. Сейчас опять челлендж, так бомбить меня. Аллах Акбар. Не-не-не, не бери. Сейчас они сразу пропадут. Это вот кто у нас умный, блядь, пришел? Не, я сейчас. А чё только офицеры? Да Хитоши, у нас смотри как будет. Убери эту нахуй мясовоз. У нас смотри как будет. А идет ранчер, потом вот эта мясовозка, и потом идет патрульная машина. Так что можешь ставить это. Бери лучше ранчер вперед ставь. Я за рулем, Да. За рулем патрульки. Кто это сейчас сказал так, бля? У меня уши болят. Что с вами? За рулем патрульки. Я за рулем патрульки, пожалуйста. Вот. Я нормально выжу. Лимит будет у нас 70. По машинам нет? Блять, я срать уже хочу, сука, когда они, блядь, будут уже нахуй. У них там РП отыгрывается, ты не понимаешь. Ты не знаешь, что так долго. Ну почему то они такой тупой? Ура! Нас похитили, шефа. Подожди, подожди. Всё напиши нормально. Ему, что... Неужели?
Чё, блядь, Довланд? Ой. А как, как стрелять что? Из машины? Что надо не сделать? На А. Я потом скажу тебе. Потом понял. Спасибо. Все, они сломались, блядь. Все, походу. Задолбал он гейм, блядь. Дайки там балуются. Да-да-да, батарейка села. Они сами сели на бутылку. Дважды, трижды. Несколько... Короче, давай мы типа по РП высадили, где они. Подожди, капец, лучше бы ты поехал. Короче, давай мы типа по рации высадили и уже там... Подожди, где они? Где они? Подожди, стой. Хитоши, ты сейчас заходишь к ним и говоришь, что какое-то уголовное дело надо на банду. Вот. К ним заходишь сейчас и говоришь, что надо собрать все уголовные дела, которые у нас есть на банду. Понял? Давай быстрей. Туда к ним зайди и скажи им это. Потому что требуют, могут еще... Короче, им зайди, чтобы требования были уголовные дела. Давай, на мафии. Давай туда заходи. Говори. Сказал? Да, я сказал. Все, так. Сейчас они напишут. Ты идешь по. Они около автобазара гора, вот так. Ага. Ну это на НРП инфа все равно нам надо. Да, блин, ну типа мы выследим ПРП. Не выследим, а место встречи договоримся, алё. А, ну да. Ну вот. Сейчас только они напишут это, типа, требования. Ты сразу же пойдешь туда. ПРП я отпишу или ты? Давай я тебе, значит, вот так сделаю. Идите. Вот к серу. Идите. Сделай. Ну и чё, давай. Окей. А где все уголовные дела? Просто не знаю. Отыграю. Да, кстати, может быть в компе, типа... А, я типа распечатаю, вот, уголовное дело. Распечатаешь, ты найдешь эти дела, отксерокопируешь их. Да. Так, смотрите, занимать вам какие надо. Хитоши... И я, поверь, кто-то, не, кто там, не знаю, вот, садитесь, рассаживайтесь по машинам, руль мясовозки и руль ранчера не трогать. О, хорошо, я на патрульке. Кайл, я тогда самый первый сяду на заднюю. А, ранчер. Я так не понял, кто куда садится сейчас. Вот, все сели нормально сейчас. Надо только теперь лимит 70 сделать. Сейчас, подождите, я встану. Лимит 70? Как бы еще не сел я. Все нормально, я места подсчитал, все есть. Вот, вот садись. И вот кто, Богдан, да, бегает? Садись вот вперед, мясовозки, вон еще место есть.
Понял. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот, вот сюда. Нифига. Да. Понял, все. Вот, отлично. На все мафии им нужны? Да. Ура, я за руль. Ждем. Я уже включил. А кто среднюю машину вести будет? Либо я, либо Хитоша. Скорее всего. К этому принтер, да? Да, да. А, все, понял, Миша. Чего все вылезли? Куда побежал Стив? Куда побежал? Куда он ушел? Он еще одну патрульку берет. Напиши, дурной или что? Напиши. Стив, ты дурной или что? Стив. Выговор для тебя, типа, давай. Еще офигел. Просто видишь, вот из-за таких, видите, из-за таких людей, которые здесь не сидят, вот так вот заставляется писать. Вам скажешь, да? Самый умный. Ну, так. Ждем последнего, который документы печатает, и все. Угу. Маски у всех? Смысле маски, которые, типа, у меня нету маски. А у меня есть. Сколько у кого есть? Потому что у меня нет маски. У меня только два. У меня вообще масок нету. Хитош, сколько у тебя масок? Почему вы молчите? Чат, сейчас, да, я доиграю. Это скажи, типа, мы уже собираемся вам отдавать. Я так хотел место встречи. По дороге еще 24/7 заедем, да, закупимся, да, масками. Да. Я представляю, чисто конвой приезжает 24/7, закупается масками, едет дальше. Или там возле Грув можно проехать. У них вообще начнется эпилепсия. Смотрите, короче, что вы делаете? Как только мы туда приходим... Ой. Как только мы туда приезжаем, да, вы не заезжаете прям на место. Я вам команду даю ехать. Вы заезжаете, никого не тазерите, просто подбегайте и типа вяжете. Типа слышь, Мия, отыгрывай, типа Мия оглушил там вот данного человека, все. Мы его только отведем подальше от них, я вас это, а вы спрячетесь где-нибудь. Сейчас мы сначала место узнаем, куда они собираются для обмена. Если они подумают конкретно. Вот эти типа лорда. Да. Сейчас, нам надо маски. Надо, ну, будет всё, заехать 24. Сейчас, если все нормально будет, мы прям классно отыграли. Если прям и ты нам заплатишь столько каждому. Сейчас вот Хитоши. Это я вам за... Вот Тони вам отдаст премию. Все, кто тут сидят, я на фрапсе за это запечатлил. Так что... Окей. Оу, най! Если вы прям нормально все сделаете, если не нормально, я вас обоссу лично. Есть у нас два варианта. Либо быть обоссанными, либо получить премию. Если вы не будете заходить на сайт, мы будем отрывать ему пальцы. Понял. Лучше быть обоссанным. Ну, такие рунниши. Кому как. Ну да, кому как. О, все, выбежал. Отлично. Так. Садись. Ура, в... наконец-то.
Косовоску и делай лимит себе. Давай я типа тебя. Не, мне не надо, у тебя будет, мы с ним 2-2 пойдем, давай туда. Дуй. А нам же еще 24/7 надо заехать. Да, надо. Да заедем, не волнуйся, накал. Все, поехали. Врубайте мигалки, погнали. Да все, у всех лимит 70. Нет, там вот кто сзади меня стоит, там. Да, все. Стоп, не едем, куда едем? Нам дали, блядь, нам сказали, куда ехать. Нет, мы сейчас... А, 24/7 закупить. Ну, это сейчас поедем, блядь. Надо узнать место, нахуй. Лимит 70, Стив. Если ты не водитель, так тебе его не нет. Надо. Чё так долго там пишут? Все, я установил. Блядь, он заебал. Сейчас, подожди, стой, он сука, он тупит. Нифига себе, он рекомендует, а он походу это какие вам. У него это там его... бизнес. А-а-а. Сейчас офигел. Поехали сначала колонны, проедем сюда. Колонны так доедем сначала. Я хочу посмотреть, как у колонны будет. Сразу тормозит ты. Врезаться. Златовская, она не поворачиваемая, поэтому она только если это ранить, то ты знаешь, типа. Так останавливаемся, тормозите, тормозите. Сзади меня. Спасибо. Врезался. У нас уже капот минус. Мы только вышли уже. Только выехали, у нее одной целой машины. Сейчас сверху вертушка летает. Это вертушку нахуй. Едем за мной. С мигалочками едем по... Лимит 60 сделали. Лимит 60. 60, чтобы, блядь, не врезали, заебали там. Я не врезаюсь. Да, блять, а у кого нахуй перед разъебанный, блять? Это блять, да серьезно, блять? Вот это да карма. Ну нахуй, карма, блять. Переворачивай ее. Кайл, уходи нахуй. Кайл, пожалуйста, блять, ты еще сука, блять, недокопы, это пизда. Везите кого-нибудь, блять, патрульная, под, стоп, патрульная машина, везите одного кого-нибудь из офицера до этого рот ебал, до гаража, быстрей. Фаст. Хорошо, хорошо. Быстрее. Садите, один кто-нибудь садится за ранчер и едет туда, сука. Можно я за ранчер? Стоит командир, вот тупо сбивает машину, найс. Знаешь, это отряд, как его. Сейчас это. Самоубийц. 5 минут у нас есть, пацаны. 5 минут, и мы уже мы за 5 минут должны все сделать. Все, я заранее сажу. 5 минут это доехать в 24. Роман, и потом ехать из патрульки. Съезжайте сюда, Романы, блядь. Все езжайте сюда, все должны здесь быть. Все, я еду, что-то. Давай, давай, давай. Роман с тобой? Это или кто-то там, да? Вот, тут Стив. Стажер бегает. А, нет. Нет, он выехал из гаража. Давай. Куплю. Ты ранчер куда? Все, я выхожу, я ранчер. Давай, Роман, быстрее. Жима, ты подогнал. Хера, нахера вы взяли столько патрулей? Роман, это сядь, он, Роман, к ранчер. А его нету, кажется, в этом. А нет, есть. Я за руль этого патрульки. А это что за дурной? Я ранчер принес. Пусть сейчас становится. Все, сели как есть, сели как были ехать. Романа за... туда, да. Все, едем так же, лимитом. Все готовы. Блять. А где спасибо за ранчер? Спасибо большое, огромное, блять, в писку. Не за что. Сука, еще бы, блять, снимай. Короче, Скайл... закупаемся, идем. Быстрее речь, пока, блядь, ничего не пропало, нахуй. Маски только? Да, только быстрее, маски. Быстрее, 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 ран. У меня 7 масок. У меня только 2. Сейчас еще. Я закуплюсь.
На будущее. Боже, не могу, просто тут нет этой штуки у меня. Красненькой, все. Да это то, что они реально на горе, блядь. Возле. На горе, на горе. Наконец-то я, блядь, маски закуплю. Так, облал, купить. Везде, как бомж. Где маски? А вот. Купить. Маска. Все, покупаем хуй. Кто купил? Аптечки надо? Нет. Аптечки. На всякий случай. Нет. А, ну, все, я готов. А, ну только с рецептом их можно купить. Слишком хард, слишком. Я слишком могу аптечки дать. Короче, маски уже надевать? Да. Да. Ага, yes. Понял. Все, надевал. Маску надела. Тоже надел. Еще кто там? А вот Марас, здорово, Тарас, Маск, Шевченко, Стив. Погнали! Стив, погнали, Майнкрафт. Майнкрафт, а где Кайл? У нас минус Куля. Ну, садись уже. Кайл, у нас времени так много. Все, он счел. Стой, да. Кайл, не Кайл еще. Кайл сдох. Сдох, ну, без него, значит. Кайл сдох? Как такое может? Да ладно, все, поехали. Как по погоне вычислять игрока? Как? Ну, а типа find, а потом типа, ну вот find. А, Кайл, вон он. А вот, вот Куля, погнали. Садись. Не ко мне, у меня места нет. Да, вот, ко мне пусть сядет. Мясовозку, быстрее садись. Коля, блядь. У нас мясовозка пустая. У нас только дочка он сидит. Что он делает? Да что ты делаешь? Он маску одевал, он сбил маску на меня. А нет, не сбил. Он наоборот. Не, нормально все, он не сбил. А ладно, все, давай, поехали, все. Поехали. Все, отлично. 5 минут нормально. Укладываем тут пока что. Да мне главное, блять. Так, лимит нахуй выключаем. Ну хотя, не, поехали с ними. То сейчас опять. Ты что ты остановишь? Да. А где эта гора? Лимит 100 делаем, потому что я заебался ехать. Лимит 100 делаем и едем. Угу, сделал. Едем прям вот так, потому что у нас мигалки. У кого мигалки сегодня? Бля, меня подрезают. Тихо. Гром стрит просто вырезали. Этот, патрульный, догоняйте быстрее. Все, сейчас. Ждем патрульный, подожди, Хитош. Стоим. Вы вниз там? Да. Мы да, да, все вижу. Поехали. Я тут все. Я по РП так сделаю. Ми закрыл дверь лево. Блин. Пацан, не походу не понимает, что происходит. Напишите ему то, что сейчас я похитили. Я не могу, я не могу. Не пишите никто ему такое. А, да, ему. Потому что сейчас дать пиздец будет орать нахуй. Да. Я не понимаю, где они именно. Мы на горе, Гора, тут такая может справа гора, которая. Ну прям сейчас. Ну я вот я туда и еду, вот. Куда я думаю. Я просто типа. Прикинь, не там. Они походу. Хитоши, меня, Хитоши, стоим. Хитоши, меняйся со Стивом. Местами, в машине. Богдан, за руль. Что? Стой, Хитоши, стой, не едь. Хитоши, садись ко мне в ранчер. Богдан, за руль машины, где Хитоши сидел. Стив, садись к Богдану. А, все. Стив, уходи, Стив, быстрее. И мы тут стоим, да? Или нет? Да напиши. Просто кильни и все закл. Все. Садись на чрезга. Так, сейчас мы уточним. Подожди. На какой? Ну-ка сюда подъезжаем. Выключаем мигалки. Мигалки выключаем. Выключи. Строй, стоим. Стоим, ждем. Можно заглушить? Как там сейчас хелп?
Глушитель. Сейчас, по красоте сейчас будет. Все, вот стоим тут, стоим тут, стоим тут, люди мои дорогие. Стоим и ждем команды. Они знаете где? А не... потом куда ехать? А потом ехать. Стоим тут, пока ждем. Короче, боже, что... дурной, какой ты стреляешь? Куда? Пурсует, вводим водители. Кто сейчас? Богдан? Водители. Богдан и кто еще стоит? Сантьяго. Сантьяго. Да. Врубаем пурсует и его ID. Как? Пурсует команда, пурсует команда. Пурсует? Да. Напишите в этот в чат номер. Да, как пишется пурсут. И я просто, так сказать, пурсут, может так? Ой, бля. Так пишется? Вот так. А, и чё ещё? Так, видите ID игрока, который вы хотите устроить погоню? Какой ID? А, ID, да. Сейчас он скажет. Ждем. У нас еще есть Таташа и Аниша. Хитоши, ты Аниша, блять, алё. Так Таташа есть еще. Блин, чё так много? Почему так много Аниш? Чё, их там много, да? Эй, ID скажите. ID 354. 354? Ага, всё. Так, хитоши, хитоши, хитоши. Блядь. Ограничитель скорости. Всё, нормально, ну ладно. Выключ... У меня тоже 4 минуты осталось. Лимит убираем, едем по моей команде. Чем быстрее, тем лучше. Сейчас. Так я ж его ему не отдал, я просто... То есть просто заезжать к тебе рядом? Да, прям рашите. Понял. Ага, понял. Как раз таки как мясокомбайн поеду на них. У меня 50% бензина осталось. Типа ничего не делать, просто... У меня 50... 49. 3, у меня 3.20 осталось. 3 минуты осталось. То же самое, у меня второй масс... Да, я, короче, сейчас я одеваю... Еще раз одеваю маску. Выкинул маску. Ты палишь. Надел маску. Нормально. А что мне делать? Лучше пусть я буду в маске все время, но сейчас спалюсь немного. Я готов. Ладно, уже продолжим. Бля, когда... У меня 2 минуты маски осталось на 30. А какой ID? Какой ID? Я могу передать маску. 545. Трейд. А как? Принимай трейд. Трейд. А, трейд. Ага. Всё, я тебе кинул маску. Блин, к нам пацан бежит. В смысле, как он это понял, Алё? Чё там понял? Неподлинные. Сейчас погоня, походу, будет. Погоня за летящим шефом, блядь. Я прям отсюда как раз... свою метку вижу. Красную? Ну, типа, GPS у меня все работает. Я прям на горе, да? А у тебя на карте такой, такая это, синяя метка? Ну, у меня так, это ж синий, это наш, понял? Почему у меня... Напиши, этот... отыграй, что папка с печатью ФБ. Отыграй так. Сорок процентов бензина осталось, я вырубаю движок. Бля, скажите еще ID этого пацана, забыл. 543, по-моему, да? Я у него отнял папку и закрыл ее.
Какой ID? А чё, ты сбила GPS? Да, случайно. Пурсует 354. Блять, с ними наденьте маску! Молодцы. 354. Откати Хитоша. Хитоша, откати, что ты выбрал вы это-то. Так я просто ничего, вот. Типа, ты откати, а у нас, типа, я типа. Мы готовы. Ну, а 6 секунд осталось. У кого-то 6 секунд. У нас какой-то клаус. Кто-то спрыгнул у нас. Это какой-то этот. Он за фургончиком чекает. Он за фургончиком к ним стоит. Тут никого не... Тут все трое, кто похищал, все тут. И на... вместе. О, я за вами смотрю. У меня камханты через... Так, давайте... Подожди, да, нет, стой. Маску у кого? У меня там закончился просто. Я надел заново. А кто не одел, блядь? К вам кто-то едет. Забей. Я там... одел. Кто не одел вас клист там синий, блядь? Посмотрите, кто у него, у кого нету маски. Дайте ему маску. У меня точно маска. А, у Сантьяго, по-моему. Сантьяго, дайте маску. Всё. Я уже трогал. Не, ну как тут, типа, в жизни, если ты не увидишь клистого? Сорян. В жизни нет, но так, на всякий случай все равно. Арпани нас не видит. Бля, надо... Так я ж ему не передавал. Я немного стрессую из-за того, что первый РП. У меня не первый. Я всего сам поиграю там сколько? Неделю. Я РП раньше в Гарри Смотр играл. О, РП Гарри Смотр, мантия. Так у меня везде эррор был. А, да-да-да, там я даже с папку вставлял, мне перестал. Переставал. Они всегда работают. Блять, ну когда уже? Кто вышел из машины? Сантьяго, давай обратно. У кого маска слетел, маску одели. У этого. Этого слетел, у моего типа Стив, маску. Его нету, тут напиши ему именно в СЖБ. Так. Маску Стив. Б. Я уже этот написал. Все, отлично, похуй. О, у вас у них кар пропал. Все, Стив одел маску. А как узнать, сколько осталось времени на маске? Слышь, тайм. У меня через МВД халпер. У меня 8 минут и 37 секунд. А, я ж не могу, я водитель. Все, подожди. А я водитель, я ж не могу. В смысле, я не можешь? Ну, когда я за водителем сижу, там не будет показываться. У меня тоже так же? Попробуй, напиши там. У меня все нормально. Так. Да, у меня вот не пишется. Секунды и все такое. У меня не пишется. Ну, сборка, значит. Работаем! Давайте, бля, пацаны, я вас верю, на. Вы давай, маску давай, оденьте, и... кто-то маску оденьте. Все. Работаем. Хитоши, передавай. Работаем. А он работает. Мы едем. Как можем. Гонюсь как бешеный. Пытаюсь не подрезать и еду. Вы прям внутри дома? Не-не-не. А, все, понял. Так. Наводи на них слух, Хитоши. Аллах Акбар! Чё? Вот, видите, блядь. Чисто ОМОН. Из офицеров, блядь. А НИМС? Да, им надо, но не нам. А. Давайте работать, я не хочу там... Миф такое. Не снесть. Я так. Олегу скажи, чтобы руки вверх поднял.
Чисто кто взрывает камень, чуть-чуть ближе подойдите. Как я, сядьте, чтоб, ну, если что, основной дымак несли. У меня дробаш. Да не стреляйте, вы чё? Все молодцы. Опа, по нам стреляют. Это Стив стреляет.